Здравствуй, геймеры! Поиграем? Сегодня рыбный день, а посему речь пойдет о приключениях. Компания Eidos преподнесла рождественский подарок фанатам воинствующей Лары Крофт, ставшей предметом массового культа и преклонения. Вернувшаяся после небольшого перерыва Лара уже в который раз заставила с трепетом замереть кремниевые сердца наших компьютеров. Зачем же она явилась перед нашими очами? Ответ прост. И на этот раз вместе с вами бесстрашная героиня попытается пополнить антикварную коллекцию новым магическим артефактом. Вместе с Ларой вы облазите практически полмира: индийские джунгли, Гималаи, туманный Альбион. И это далеко не полный список тех мест, куда вы попадете. Как театр начинается с вешалки, так и добропорядочная игрушка с интродакшн. Как-то давно четверо матросов обнаружили Алтай, выстроенный на месте падения метеорита. Все бы ничего, но рядом с ним оказалось 14 магических штуковин. Что произошло дальше, история умалчивает. Мы же знаем, что только один из четверых выжил. Спустя много лет он, естественно, проболтался о тайне магических веществ, которые, как оказалось, могли творить чудеса с генокодом человека. Ничего себе сюжет, а? И попахивает криминалом. Да, каша заварена, пора ее расхлебывать. Но ради такой девчонки любой разумный геймер готов на все. Просиживать темными зимними вечерами за компьютером, лишь бы довести нашу героиню до цели. Но вернемся к насущему. Требования у Лары пруд пруди. И компьютер с процессором MMX и 3DFX ей подавай. В общем, с капризами. А если их не удовлетворить, топнет ногой, померкнет экран и все. В общем, труба. Но требования понятны. Сложные текстуры, цветовая палитра 16 бит. Для прокачки всего этого хозяйства нужен мощный аппарат с буковками Pentium. Теперь о тактике. Она, тактика, осталась без изменений. Бегать, прыгать, плавать и, конечно же, стрелять. Арсенал у Лары поистине гигантский. И простенький пистолет, и компактный УЗИ, и огнемет, и даже что-то вроде стингера. Но нам непонятно, как столько оружия можно таскать на себе. Хотя вообще-то ответ прост. Это же виртуальный мир, а в нем, возможно, и не такие фишки. Вот и все. Приятного вам времяпрепровождения.